Педагогика должна быть гуманной, так утверждает Алексей Бабаяц, психолог-консультант в сфере личностного развития, бизнеса и семейных отношений. С рабочим визитом он прибыл в Автоград и посетил Набережно-Челнинский педагогический университет. Именно там состоялся его мастер-класс на тему «Психология третьего тысячелетия». Как воспитать в ребенке любовь к учебе, вырастить настоящую личность и стать другом ученику? На эти и другие вопросы отвечал психолог. Не важно, кем они станут, а важно то, как они будут делать то, что они выберут. Я говорю им о том, что в этом мире даются таланты. Таланты даются творцом. Насколько через свой талант пекаря, слесаря, врача ты несешь благо людям. Мастер-класс прошел в формате диалога. Его участниками стали непосредственно Алексей Бабаянц и школьники с 3 по 7 классы. Последним предстояло поделиться с присутствующими своими переживаниями и рассказать, с какими трудностями они сталкиваются при обучении в школе. После чего психолог анализировал ответы детей вместе со студентами и преподавателями, подкрепляя свой отчет аргументами из научных работ и личного опыта. Мы имеем статус учреждения гуманной педагогики образовательной. Это единственный вуз в России, который имеет такой статус. И это очень глубокая работа. Все образование, развитие страны, мира вытащит гуманную педагогику. А педагогика – это наука о человеке, педагогика – это изменение себя.